Добрый день, начинающие вязальщицы! Сегодня мы поговорим о том, что такое плотность вязания. Прежде чем начинать вязать определенное вязание, или как его называют сейчас проект, вы должны обязательно связать образец из той пряжи и теми спицами, которыми собираетесь вязать полностью изделие. Если вы этого не сделаете, то в итоге можете получить совершенно обратный результат, не тот, который ожидаете. Прежде чем приступить к вязанию джемпера, нам нужно связать образец, чтобы рассчитать нашу плотность вязания. Для этого беру спицы номер 3, набираю 20 петель. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Так, теперь провязываем данный образец на высоту 10 сантиметров. Лицевую сторону вяжем лицевыми, изнаночную изнаночными. Выполняем самостоятельно. Провязали образец на высоту 10 сантиметров. Теперь закрываем петли. Здесь уже не важно, каким способом вы закрываете. Можете сразу провязывать по 2 петли вместе. Отрезаем нить. Все, отправляем наш образец на ВТО. Идем его стираем и высушиваем. Мой образец высох. Чтобы рассчитать плотность, нам понадобится сантиметровая лента. 20 петель. В итоге дают ширину в 9,5 сантиметров, а 31 ряд, который я провязала в высоту, дают 10,5 сантиметров. Исходя из этих значений, рассчитываем, сколько у нас петель или рядов в одном сантиметре. 20 петель – это 9,5 сантиметров. Значит, в одном сантиметре у нас будет 2,1 петли в одном сантиметре. С высотой также 31 ряд. Делим на 10,5. Получается 2,09
9 десятых ряда в 1 сантиметре. Вот эти значения используются уже в дальнейшем при вязании. Например, каждому изделию дается схема. У меня художник, конечно, никакой, но... Вот. Допустим, это спинка. Задается ее ширина 15 сантиметров, например. Сколько же нужно набрать петель? Мы смотрим, что у нас 2,1 в 1 сантиметре. Соответственно, количество петель будет 15 умножить на 2,1. И умножить на 2, поскольку это нарисована половина спинки. Получается 63 петли нам нужно для того, чтобы получилась вот эта ширина. Но мы всегда, когда вяжем резинкой 1 на 1, резинкой 2 на 2, это количество подгоняем уже под узор резинки. Если 1 на 1, то уже делаем, например, 64 петли. Если 2 на 2, соответственно, будет уже другое значение. Это все, что касается плотности. Как бы вы ни хотели, образец придется вязать, потому что пряжа после ВТО, она может вести себя по-разному. Может сильно растянуться, а может наоборот не растянуться. Если вы хотите исключить неприятные сюрпризы, желательно, конечно, образец вязать. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, что данный материал был для вас полезен.